В Хорезмской области введена в эксплуатацию новая газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт. Об экономической эффективности и других важных деталях проекта материал Дильфузы Мадаминовой. ТЭС расположена в Янгиарыкском районе. Ожидается, что ежегодная выработка электроэнергии на ней составит 1,4 миллиарда киловатт-часов. Проект строительства газопоршневой электростанции начали реализовывать в июле 2021 года. Предусмотрено три этапа. В настоящее время первая фаза успешно прошла испытания и началась подача тока в единую энергосистему Узбекистана. Узбекистан энергетика тизимига 36,5 мегаватт электроэнергия. Сейчас мы подаем в энергосистему Узбекистана 36,5 мегаватт. Мы запустили два газопоршневых агрегата. Установлено передовое европейское оборудование. Генераторы из Германии, а газопоршневые моторы из Финляндии. После запуска второй фазы мы будем подавать уже 73 мегаватт. На данный момент в строительно-монтажных работах принимает участие порядка 400 человек. Установка на теплоэлектростанции проектного оборудования, обладающего высокой эффективностью, позволит экономить ежегодно 175 миллионов кубометров природного газа. В свою очередь, сэкономленный газ позволит выработать дополнительно 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии. По подсчетам энергетиков, это количество способно обеспечить 350 тысяч домохозяйств электроэнергии в год. Стоимость проекта, реализованного на основе государственно-частного партнерства, – 105 миллионов долларов. Вся сумма была предоставлена в рамках инвестпроекта, финансировавшегося напрямую турецкой компанией. Недавно мы завершили первый этап проекта, старт которому был дан еще в прошлом году. В кратчайшие сроки будет реализован и второй этап. Согласно намеченным планам, мы закончим работы уже к лету этого года. Хочу поблагодарить руководство страны за созданные условия. Когда проект реализует в полном объеме, будет создано 60 новых рабочих мест. Новая теплоэлектростанция мощностью 174 мегаватт улучшит инфраструктуру региона, выработку электроэнергии и таким образом стабилизирует энергопотребление.